друзья, у меня сегодня распаковка. Мой канал не является каналом, где я там только распаковываю и распаковываю. Нет, это случайные такие мои покупки. Даже не случайные, а абсолютно осознанные. Вот. И эту камеру я тоже очень тщательно выбирал. И вам тоже рекомендую, кто занимается вот стримингом или просто общением по различным там скайпам и зумам. Вот такая камера, производитель Xiaomi. Правда, называется она немножко по-другому, но производитель Xiaomi. Вот. И сейчас вот я ее открою. Так, вот она. Тут инструкция, но инструкцию мы не читаем. И так все ясно. Подключаю и пользуюсь. Вот так она упакована. Выглядит очень классно. Смотрите, как она выглядит. Красиво, современно. Тут вот, по-моему, пленочка наклеена. Пленочка наклеена. И да, вот пленочка наклеена. Я ее сейчас уберу. И все, можно пользоваться. Вот у нее очень удобная прищепка. Так, вот она. Тут все прорезинено. Вот так вот я на компьютер закреплю, пришпилю, и она будет вот так вот нормально. Вот она так поворачивается, так поворачивается. Есть микрофон, но он мне вообще не нужен. Есть тут индикаторы. И еще есть, вот смотрите. То есть ее можно на штатив или на какую-то подставочку поставить. Вот, вот такая камера. Вы можете выписать такую же по ссылке под этим видео. Ну все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.